Ну, в общем, мы сейчас вовнутрь футболки подкладываем лист бумаги с целью, чтобы краска не пропечаталась на следующую сторону. Вот, берем простой карандаш. Мы будем пытаться нарисовать такой логотип. Memories push through from yesterday. Where will I be tomorrow? What do I have to show? From my love. А если накосячил? Стирать хоть сейчас стереть можно? Лучше не косячить. Ну, то есть, если накосячить карандашом, то, в принципе, до ластика мы можем стереть. Логично. А сейчас мы будем наносить краску на основу. Что за краски? Это обычные акриловые краски по ткани. Они свободно в продаже? Да, они в свободной продаже в каждой лавке художника. Как ты пришла к этому? Побывав однажды в Санкт-Петербурге, я познакомилась с человеком, который этим занимается. Меня это заинтересовало, я решила попробовать тоже. Какую футболку лучше использовать для работы? На самом деле ничего не влияет на качество рисунка на футболке, несмотря на то, что она была ношенная или нет. Нарисовать можно на абсолютно любой вещи, рубашки, джинсах, футболках, то есть разукрасьте свой гардероб. А как ты скажешь, Алена, твое мнение, удобнее работать, легче работать с футболками женскими или мужскими? Мне кажется... Кто из клиентов более требовательный? Мне кажется, удобнее работать все-таки с мужскими футболками. Их легче уговорить на что-то, чем женщину. Женщина, она такая, это не хочу. Алена, ты одна работаешь или у вас команда какая-то, у вас какой-то свой креативный центр? Нет, я работаю одна, к сожалению. Меня попросили радостно и позитивно. Вот сейчас мы сделаем радостно и позитивно всеми цветами. Боже мой, что я вижу? Это флуоресцентная краска. Это да. Сегодня будут на дискотеке светиться эти краски. Да, сразу с соревнований на дискотеку. Сколько стоит твоя работа? Ну, вот в зависимости от сложности работы. Наш логотип готов. Покажите, пожалуйста. Теперь мы переходим к оформлению
Три настольные футболки, спина. Слоган команды. И какая твоя любимая работа? Я. А ты только рисуешь или можно как-то вышивкой, бисером оформить? Да, можно на футболке сделать любой декор. Мы можем что-то вышить, что-то наклеить. Сейчас очень популярно. Алена, конкретно слышно к себе. Ой. В каком плане? После того, как футболка высохнет, мы ее прогладим, и рисунок никуда не денется после стирки. Так, да? Все, да, достаточно. Теперь рисунок никуда не денется. Я удаляю с примерочную. Увидимся через 2 минуты. Мы это сделали. Итак, дорогие друзья, после часа потраченного времени, после затраченных 2 литров краски, мы получаем такой замечательный шедевр.